Величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год установлена в размере 17 956 рублей. Соответствующий окружной закон принят на очередной сессии регионального парламента. По словам исполняющего обязанности руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Сергея Михайлова, прожиточный минимум пенсионера устанавливается в соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации. Как пояснили в Департаменте финансов и экономики, по результатам расчета величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год составила 16 753 рубля. В утвержденных правилах указано, если рассчитанный по формуле прожиточный минимум пенсионера будет ниже значения в текущем году, то минимум на следующий год устанавливается таким же, как и в текущем году. То есть величина социальной доплаты к пенсии не уменьшится, а останется прежней. В связи с этим величина прожиточного минимума пенсионера в Ненецком округе на 2020 год установлена на уровне 2019 года, то есть в размере 17 956 рублей. Не паниковать.